Дворец Аида. А это узники Тартара, о которых говорил Харон. Алексиос? Глазам своим не верю. Элпинор? Мойры сжалились надо мной. О, Мисти, я как раз молил о счастливой случайности. Забавно. Я ничуть не рад встрече. Конечно, конечно. Не сказать, что мы расстались друзьями. Ты велел мне убить отца и хотел убить меня. Я сожалею. Очень. Увидев загробный мир, погруженный в хаос, я понял, что ошибался. Хватит болтать. Если хочешь, чтобы я поверил тебе, докажи. Да-да, я и не ждал другого. Ужас. Элпинор, здесь нужно все привести в порядок. Конечно, Аид. А пока убираешь, подумай, как нам навсегда защититься от дельца. Делец тоже здесь? Делец сбежал из Тартара. Продолжает дело культа, нанимает беглых узников, выбирающихся из разломов. Я видел их. Сильные бойцы. Мы схватили одного, но он не говорит, где прячется делец. Припугнуть бы его.
С чего ты взял, что я помогу? Мы с Аидом близки. А он должен рассказать тебе о жезле. Так ты поможешь ему. Он оценит это, Алексиус. И я тоже. Ладно. Но не думай, что это ради тебя. О, Зевс! Только не ты, Элпинор! Я наслушался твоего блеяния на две жизни вперед! Говори, где делец? Или я переломаю тебе кости? Ну же, Алексиус, в этом нет нужды. Ты сказал? Друг мой, если ты расскажешь, где прячется делец, я дам тебе свободу от Тартара. Знаю, делец обещал то же самое, но он свое слово не сдержит. Ладно, ладно. Лишь бы вы замолчали. Он в затерянном храме Нюкты. Все равно вы ничего ему не сделаете. Прекрасно. Я охочусь на дельца с тех пор, как появились разломы. Но есть загвоздка. Храм Нюкты находится за завесой. Завесой? Цербера убили. И завеса распространилась и в царство мертвых. Ее создали, чтобы в Тартар, темницу для нечестивых, могли попасть только те, кому нет прощения. Ты без труда туда попадешь. Харон сказал, мне нужны доспехи. Да, доспехи павших. Тебе повезло. Возможно, я смогу помочь, и мы проберемся в логово дельца вместе. Ты хочешь атаковать логово дельца вместе? Конечно. Сражаться вместе с могучим хозяином орла? Нельзя упустить такой шанс. К тому же, так я смогу доказать, что изменился. Харон сказал, что павшие охраняют четыре части доспеха, а перчатки давным-давно утеряны. Не утеряны, а перенесены. Я помогу найти их, не сомневайся. Встретимся у сокровищницы Кроноса. Yeah!
Мне что-то мешает.
поддается. Что-то там мешает. Не поддается. Алексиос, рад, что ты пришел. Если нет, ты бы винил меня? Я заслужу твое доверие. И начну сейчас же. Эта дверь ведет в сокровищницу Кроноса. Перчатки хранятся там. У меня есть ключ. Чтобы заслужить мое доверие, нужно быть честным со мной. Где ты взял ключ? Как-то Аид велел мне навести здесь порядок. Красть у титанов не очень умно. Титанов давно нет. Мы просто используем их инструменты против дельца. Выходит, ты помогаешь Аиду по хозяйству? Я работаю на него время от времени. И все. Я его ученик. Аид мало похож на учителя. Просто ты слишком мало знаешь об Аиде. Без перчаток у нас не выйдет поймать дельца. Именно так. Я готов помочь и провести тебя через сокровищницу. Просто покончим с этим. Конечно, Мисти, как пожелаешь. Не торопись. Узники Тартара не раз бывали в этой пещере. Кажется, путь можно расчистить с другой стороны. Если ты перелезешь и пропустишь меня... Я подумаю. Обещать не могу. Решу, когда буду на месте.
Надеюсь, ты расчистишь для меня путь. Молодец. Теперь расчисти для меня путь. Мне что-то мешает. Чудно. Можно идти в сокровищницу. Ну, каково работать на бога мертвых? Ты точно хочешь узнать? Рискну. Что-то его там мешает. Образ в мифах и легендах безумно далек от правды. Он хитер, он вдохновляет, повелевает жизнью и смертью. Я мечтаю быть таким, как он. Мне что-то мешает. Ah.
Что это за место? Сокровищница Кроноса. Он спрятал все свое добро здесь, вдали от сыновей, что должны были погубить его. В детстве я любил эту историю. Все это время события мифов, легенд и поэм разворачивались здесь. А теперь мы сами играем среди богов, ты и я. Давай найдем перчатки. Сюда. Теперь я смогу попасть за завесу. Спасибо. Был рад помочь. Ладно, пошли отсюда. Мы отлично сработались. Будешь готов к схватке с дельцом. Но, Фобос.
Удалось спасти. Теперь я пошлю его твой труп. Это был наемник-отравитель, убивавший афинских политиков. Ну что, поехали!
Здесь бдительные стражники. Я давно ждал тебя, месть. Жаждешь пойти на корм рыбам? Силой, Посейдон! Ты
Отправляйся к своим рыбам. Напомню, как Деймос разбила мне голову. Благодаря Деймосу я являлся бессмертным. Я убью тебя, а потом Деймос. Чтобы спасти меня.
Элла! Ищу укрытие.
Давай. Стало меньше ростом. Thank you.
Чем могу быть полезен? Всегда рады.
Интересно, чьи это кости? Отпечатки ног. Но не взрослого, маленькие. В царстве мертвых? Феба! Феба? О, Феба, как же я рад видеть тебя! Ты, наверное, бог? Феба, это я, Алексиос. Здравствуй, Алексиос. Это твой орел? Вот бы мне орла. Я знаю, Феба. Я знаю. Что ты здесь делаешь? Играю. Ты знаешь мое имя? Я никогда не забуду его. И каждый день думаю о тебе. Не помню тебя. Ты работаешь на человека с одним глазом? Кто это? Я хотела пить, и он дал мне воды. Ты выпила воду Леты. Феба, это важно. Ты должна вспомнить, кто ее тебе дал. Я не помню. Он забрал мою игрушку. Орла, такого как Икар. Может, ты вспомнишь, если я верну его? Нет, я и так все помню. Кажется. Помнишь, что было до того, как ты выпила воду? Нет, я всегда была здесь. Подумай, ты знаешь, куда человек с одним глазом унес орла? Он упоминал какую-то яму. Может,